Я работаю в непосредственном контакте с детьми. Вот, я педагог дополнительного образования, преподаю хореографию. То есть у меня даже нет, как у учителя-предметника, расстояния одной-двух парты. Бывает у нас тактильное общение с детьми, то есть ручку поправить, ножку поправить. И поэтому я нахожусь в непосредственной близости от детей. Вот. Считаю, что вакцинация – это отличный способ обезопасить себя, а главное – моих родственников, родителей, которым уже 65+, от этой заразы. Поэтому я с удовольствием, как появилась возможность, воспользовался ей. Мама уже на пенсии, она мне позвонила и сказала, что сын – это очень хорошее дело, обязательно при первой возможности сделал прививку. Учителя – это та зона, та группа людей, которая работает с людьми и находится в зоне риска. Поэтому, конечно, важно обезопасить своих учеников, их родителей, законных представителей и близких людей, которые нас окружают.